Мы находимся возле молодых кустиков черной малины или кумберленды. В этом году уже есть урожай. Ягодки такие темно-синего цвета, похожи на малину. Очень урожайная. На веточке много ягод. Ягоды приятные на вкус. Больше сладости, чем кислинки. Размножается кумберленд так точно, как и ежевика. Конец веточки наклоняется к земле и укореняется. Эта малина очень неприхотливая. Зимой не подмерзает. Кусты выдерживают полутень и плодоносят. По веточкам идут небольшие шипы. Если кустов малины достаточно и размножать не нужно, веточки можно опускать на шпалеру. Уход за этой малиной обычный. Можно кустики подкармливать коровяком и хорошо поливать.